Оба-на, таксующий. Жарко, да? Жарище. Всех от души приветствую, уважаемые подписчики. Значит, сгонял в лес, набрал Иван чай. Начинаем перерабатывать. Фу. Жара страшная, 37 градусов. Одну банку уже набил. Осталось еще, там еще в гараже один мешок. Два мешка привезли, с отцом гоняли. Фу, чаек. Значит, делаем чай. Делаем сначала Иван-чай, ферментируем. А потом будем ферментировать малиновый чай из малиновых листов. Процесс точно такой же. Тоже разрушаем структуру листа, мнем в руками, набиваем плотно в банку. Но малиной займусь потом. Сначала его с Иван-чаем надо разобрать. Тут еще пару часов сидеть надо, перефигачивать. Набивать плотненько в баночку. Красота. Все, часов 14 стоит. Потом сушим и готовенький чаек. Нормально. Всех от души приветствую, уважаемые подписчики. Респект подошаренным. Я вас приветствую на территории самой моднейшей сферы державы. Вархаммер 2020, так сказать, да? Бог император есть, эти самые, космодесант есть, да, магии там боевые тоже летают. Так что пойдем за крюками. Я тут два дня по жести вообще на жаре копал, короче, металл. Понимаешь? О, урочек номер один. Урочек номер один. Металлолом 12 рублей, по-моему, да? В настоящее время вот... Так, вот здесь курок, пошли дальше. И там труба еще торчит, надо забрать. Вот здесь основной курок. Чуть подальше. Железные будни, бомжичизация продвигается. Респект бомжичизирующим. О, слава богу, никто не курит. Я говорю, я переживал бы. Он месяц тут лежит уже, курок. Понимаешь? Месяц лежит уже, я думаю, упрут же нахуй. Ну, когда свернуть как-нибудь. Такая какая-то крышка. Ладно, собираем, двигаем на курок номер два, короче. В общем, вытащил из трубы курок основной. Вот такие вот листы, некоторые толстые, некоторые тонкие, попались. Не знаю, от чего это, какая-то крышка, что ли, от чего-то, хрен пойми. В мешке еще мелочь. Ну, а так в основном это в листы. Куча вот таких вот листов. Сейчас там подальше трубу еще дернул, небольшую. Как-то так, грузимся дальше. Два курка загружены, и уже багажник полон, считай, да? Ну, еще немножко, в принципе, можно засунуть. Впереди еще курочки же, да? Впереди еще курочки, так что едем к еще нычкам. Итак, прибыли на место еще одного курочка. Уже третий по счету. Третий по счету, небольшой. Так, под кустиком. Что же тут у нас есть? Тут у нас вот такие лезвия. Лезвие, сельхоз. Вот они. Пару штучек. Труба. Ну и вот такая вот рельса. Небольшая. 15 она весит. Да не, побольше. Килограмм 20, наверное. Ну, 18-17 кусок. Где-то такой вот. Узкоколейка какая-то. Узкоколечко. Ну и... Три штуки лезвий. Все, грузимся, едем дальше. Хорошо, хоть погодка, дождя пока нету. Надеюсь, успеем собрать все курки. Так, проехали еще километр в лес. Те железяки собрали. Здесь я пробивал по ГВ, но ГВ не оказалось. Ну так, отдельные какие-то. Отдельный гильзач был. Кто там летает? Летает, блин, не видно, кто-то где-то летает, короче, да? Здесь лежит трос.
Где-то был кусок троса, помню, валялся. Сейчас я его найду, наверное, если найду. Заберем. Раньше тросы не брали, сейчас все берут. О, вот он трос. Вот такой кусок нормальный, надо его только скрутить. И пойдет, так сказать, в дело, да? Вот он. Нормально. Там еще дальше в лесу трос тоже лежит, но пусть на будущее лежит. Потом заберем. Пока этот. И там назад поедем еще парочка. Курочек тоже с парочкой. Ну там маленькие куски. Как-то так. Железячка копится. Лес, красота, блин. Итак, еще один курочек. Здесь труба. Сейчас я докопал ее. Ну как докопал? Она просто под корнями была. Сейчас корень обрубил. Такая небольшая. Я думал, дальше шла. Непонятная какая-то, слушай. Или не труба, то ли что. Ну труба какая-то. Ну что-то там запаяно почему-то с одной стороны. Тут то ли столб стоял, то ли что, маленькая ямка. Так, с этим понятно, там он. И вот там еще трубы лежат под кустом спрятаны. А то, блин, даже в таких глухих местах все умудряются упереть, все упрут. Вот здесь еще железо. Вот такая труба. Так, раз труба. Два труба. Так, три. Ну, немножко железяк по мелочи. Такая вот фигнюшка. Такая. Вот как-то так. А вот еще трубка. Все. Забираем, грузимся. Там у меня подальше еще кусок троса лежит. Столбы какие-то, что ли, стояли, непонятно. Какие-то ямки есть. Я вообще думал, может, что по старине здесь есть, но нифига нету. Ну хотя бы железо, и то хорошо. Фу, все, загружаю. Утро следующего дня. На приемку вчера не успели, но фиг с ним, пусть пока лежит, потом сдам. Может быть, цена поднимется. Сейчас сколько, 12 рублей, что ли, или 11. Но вроде немножко поднялась, весной вообще десятка была. В общем, привезли вот такая куча, получилось железо. Ну, тут, кроме вот этого мешка, этот мешок уже был. Такая вот куча железа, считай, из леса. Два, нет, даже больше, слушай. Дня 4 где-то копал я вот это железо, прятал по лесам. Ну, вот вроде, ну, килограммов, наверное, 200 это будет, я не знаю. Нет, 200 не будет, тут вот эти листы, считай, они мало весят. Тонкое железо. Ну, 150, наверное, где-то так. Скорее всего, тут мелочь еще в банке, вон всякая мелочь, всевозможная мелочь от всякой сельхозтехники, от фигни всякой непонятной, петли, трубы всякие, какие-то крышки непонятные. Вот эту трубу я задолбался ее, блин, вырывать. Она вот так вот стояла, вот эти штуки торчали в земле. Я и так, и висяк, блин, еле как ломиком вытащил. Тяжело было достать ее. Тоже вон мелочь всякая. Вот какая-то фигня от техники. Цепь. Цепь такая вот гнилющая, с крючком. Тоже какая-то сельхозтехника. Ну и вот это вот, да? Вот какая-то штука. Какая-то цепь непонятная. Лезвия часто попадаются на полях. Ну вот листовой металл. Да, вот эту трубу еще дернул вчера. Я вот эту нычку забирали с листовым железом. Вот эту выкопал трубку. Не, ну слушай, тяжеленькая, хорошо весит. Тяжеленькая, нормальная трубка. Только надо землю отбить. А то не возьмут. Такие вот трубы, несколько штук. Еще одна такая же труба. С таким же завихрением. Ну и так вот. Всякая фигнюшечка, всякая. Металл копится уже хорошо. Вот трос тот скрутил. И где-то два куска еще тросов были. Потому что я забирал там, помню.
Ну, наверное, где-то внизу. Тут еще мешок один. Еще мешок с мелочью. Ну, где-то тросы внизу там. Как-то так. Такие вот курочки получились. Будем думать, где еще замутить железо. Так что ждем включения. Ждем включения. До новых встреч. До новых встреч. Будем думать, где искать металл.